хотят же, блин. Да, заберут мне тапки, буду плакать, если. Ты какая с херо? Смони, помоги, сумон, сумон. Да мы сумонили его, ебаный в рот. Седжу, 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 сумонен. О, сумонен. Мать, кринж, нахуй. Блядь, да вообще навалили, блин, целую кучу. Кринж, это настраивать сезон с самого начала, вот это кринж. Ай, блядь. Долго там дрочить будете? Ага, вот ты где, я тебя звал хилить, ты чё не хочешь хилить? Я на учебе в Витебске тусуюсь. А, всё, получаю удовольствие. Бросаю учебу. Я... На учебе? Что ты в Витебске забыл, ёпта? Нет, академия. Нет. Ветеринарная. Мне либо сюда, либо в рот. Да я вообще должен сейчас сидеть писать конспект, но мне впадло. Мне осталось три вопроса нам стать. Нахуй конспекты. Да, заходи к настоящим мальчикам, мужикам, ух. Покажем тебе, что такое настоящий конспект. Я решил, что мне важнее настроить саддоны. Освети жизнь, где нахуй, бросай учебу. Хм. Хорошие советы, парни. Учеба для слабых, настоящие ребята и башут на заводе. Хм. Хорош. Согласен. Факт. Не, вообще, по факту, человек всю жизнь учится. Если он останавливается, то все, пизда. Он быстро помирает. На ходу учись, не останавливайся. Да. Да, и не валяй кринж. 8 за 1 тысяча хп, блядь. Это охуя же скрещено. Прикинь тебя с нуля поднимать нахуй столько, блядь. Ну хапалом заебись. Я тебя смогу поднять спокойно. Мне хватит для тебя там веселухи. Да не, исповеди только не даст, мне кажется. 80. Ну-ка давай копай. Ну-ка давай, просеешь сейчас на боссе, специально тебя исповедь закину, глянем, что-то выходит. Не, ну блядь, 20 тысяч хуй знает еще как-то. 6 на 4, 20, 24 где-то. Не больше. У меня как будто Т4 не работает. Да, такое ощущение, что Т4 не работает. То же самое? А может кто-то, ну, кого-то цепанул. Что-то, блядь, урона просто как-то мало. Я думаю, чё щиты так мало держат? Я, блядь, с удочкой хилю, отлично. Я себе, блядь. Нихуя, я себе, блядь. Уебал по мне. Это любая мощь свайда не хилить. Хочу я там в него закинуть. Исповедь фуловую. На Войда, да? Да, я хочу глянуть, сколько я ему выхилил. Вот этот. Сними эту хуйню, как называется, бля? Какую? Вот, бля. Частицу? Да, да, да. Сейчас все сдохнут нахуй. Да по хуйне. Он, да, ну по 8, не, ну по 8 тысяч критует. Не, ну может и 3, 20-30 тысяч. Ну это не 80 тысяч. Да, там, да, там захил, там надо помощнее быть. Мне кажется, в Т5 можно его спокойно это. Хотя в Т5 это нахуй не надо. Мне кажется, на этом я в ходе конспектус тогда на войде. Потому что ну это реально вот там не прощение этой фигни. Не, я вдруг буду, ты ДЦ лучше будет. Ну смотри, просто я обычно в фольнике с этой хилят задела, и там овер захил был. Ну, не знаю. Мне кажется, защиты попрофитнее.
Ну тоже каждый шутит по себе, как бы, не знаю. Давай так пробуем. Что-то помню, когда ходили сюда, что-то статиков 70. Я психовал, помню, после вайпов. Наоборот, ДЦ тут лучше. ДЦ, да. Ну, 12,5к абсорба, ну, щитка. Тут, смотри, говорить. Твои эти не помогут. Ну, в принципе, роги ложные жмут. Тебе задача вот два мага не уронить. Энха, Бурю и себя, Эмердаунт. И все. Вот эти 6 человек. Сколько их там? А этот, бля, чтобы этот Эрдру быстро поднять эту цель, бля, быстро восстановление жмет, так вообще, да? И так, на него этот, забери третью ауру. Это, дай ассиста, бля, или чё, дай какую-нибудь хуйню. В спате раскинуто, как говно какое-то. А сейчас я сам посмотрю, что можешь сделать. Вон этого, рогу сюда, вместо себя. Я не знаю, ну это хульдринку туда танчить, чтобы не в сову. Потому что ну, надо, там чтобы... всего хватает. Надо, чтобы Рога был в мелизоне. Как он будет в РДД бить? Давай, давай тогда ты танкани этого босса, я в сову. Меня с Рогой местами поменяй. Ну, придется хули тебе танчить тогда. Не, сейчас так сейчас по этом по бафам все скидаю, чтобы было это блядь, не здесь все. И все, давайте так, семилик это, что там? Войд, Хулидринг, а, ну да. Да, семилики давайте влево, все ранжи и хилды вправо. Ты перекинь их в пати или чё? Это... Ой, а что, так не разберутся, блядь. Ну, ну. Как, ну, как хотите, смотрите, не проебитесь. И получается, просто я по бафам раскидал всех, чтобы это более-менее равно было. Получается танк, две роги, ДК и ты да. На фиолетовые, остальные на зеленые. Подожди. Хулидринг, Седжу, Вэллион, Тутилар и Криптоэвил 5. Все. А мы хилы и два мага с тобой. А, ну да. Уходим туда. Все, класс. Угу. Все, я готов, давай. Хулидринг этот щит на себя вешай, если не трудно. Давай, пуляй по счету. Как раз. Ходка будет там минимум. Хулидринг. Рядом маги опасные. Собака разлетится, блин, на куски, на. Гейзеля сейчас смотрим, на ком будут. Скорее всего, на меликах. Мелики смотрим. Они же тоже. На дендрах. Уходим. Сейчас прибежать обратно. Берегитесь. Это что, меня сбегаться надо, да? Я разбегаюсь. Ну, блядь, ты сдохнешь так? Ну, ты себе дай. Нахуй. Да, что-то, блядь, не получилось. Что не получилось? Да не сработал, почитай. А что должно было сработать? Зубы. Зубы и не сработают, блядь. Вот крылья сработают. Ой, блядь. Забей. Уже 3 утра, блин. Миленькие лужи. Постоянно забываю с этими перегрузками, что надо делать. Сносить их или заносить? Что такая хуйня? Берегитесь. Я, бать, эту хуйню какую-то поймал. А этот я двигался много. Нет, касты там вот пиздец. Это же живи, бля. Бежали с этого авто. А, все, не двигайся. Бог же у них есть. И здесь я конфликт поймаю, мама. Бабл жми, бабл жми.
Там, там, там полмиллиона осталось. Ну, живительно. На хилы бичи сразу видно. Я не сдох. Я мог бы нахуй этот не показать, что я бич, бля, там, сука, 5 секунд. А что? Типа он кидает стаки не по времени, а по количеству хп? Бля, резни меня. Не резайте нахуй, а пиздец, нахуй надо. А, давай там. Лежат нахуй, пидоры. Нихуя не хил. Не прохил, блядь. Я, знаешь, я с тобой согласен, как бы. Ули, я там один был, бля. И трахил, бля. Ясно, хуй, что он не трахил. Я чувствую беды, нахуй. Ну-ка, бля, мне нахуй на аэродром. Two to eight. Я понял, у меня уже выучен. Кому пет надо? Дайте обмен войну. То первый кейт. Гогу, гогу, в пати миликов перекиньте. Ебать на аэродром. Опять сутно, бля, сутно. Если бы нахуй попросился, да. Еще не дали тебе обмен войну? Ну давай. Спасибо. Ну там я никанул наручники и ботфорт из комната ему отдать спокойненько. Забери тьмы. Три шмота на аэрдру, да? Иди классно. Ну да, есть хорошо. Рыба от тьмы ауру забери. Слушай, Войд, дай тебе под этот носовую. Не, мне есть такие. Ну, запы кожаные на дух. Я тоже. Пояс бы на мастерство. Да закидай, похуй, разберемся. Так, что там? Ну все, давай тогда. Так, что там получается? Ну, давай лицом на нас-то, танчи их. Все. Да, один маг за босса, другой маг, бля, в другую сторону. Не-не-не-не, пусть там лучше миники отводят его. Ой, нахуй надо, бля. Да, хуйня, пусть один маг просто за босса, другой сзади, да? Рейнджевиков станет, да и все. Они нихуя не потеряли, а миники, бля, нахуя чего потеряли. Ну хорошо, давай так сделаем. Чек на готовность и отчет. Магия инту бафнуть. Че, блядь, 5 секунды нельзя макрос придумать? А хуя вот это отыграть? Я не знаю, как макрос сделать 5 секунды. ДБМ, ПУ, блядь. Ладно, хорошо, потом смотрю. Флэш, ДБМ, ДБМ, ПУ, 5. Гер на КД, что? На первую мастера в основном. Давай тогда. Это, наверное, оставлю под этот, под дыхание. Тьма. Я уже сдал, да, сейчас. Тут, наверное, будет. Чё, блядь, ДПС заебись, а с черного пола выйти никак? Сферку закрыть никак? Падайте. Кто ты говоришь это? Ну так я не знаю нахуй. Ну значит это кто там еще есть? Падайте, хули вы дрочите. Все, стопайте хил. Надо закрывать, я не знаю, или вставать паладину с баблом, или кто там еще есть. Или мне, наверное, достать. Да там с пиликами рядом было. Глыбу жми тогда. Ну та сфера убьет стопудово. Она 10 тысяч, пол 20 тысяч, все, ваншот. И тем более там можно отойти вправо-лево. Не обязательно в ней, в ебаном, в этой кружке стоять. Можно находиться, блядь, в 5 метрах от нее. Ну вот как вот ну, тут на углу сфера, допустим, на решетке, блядь. Ты вот тут можешь стоять, она тебя будет хуярить, дамажить. У нее радиус сколько там, 10 или 12 метров. Почему в черном полу-то надо обязательно стоять? Он же шотает.
Лево, потолок, ягода малинка, да, песня слушаете, да? Дети есть дома? Нет, у меня дети такие, у меня такие малые не слушают. Кринж, нахуй. Ягода малинка, о-хо-хо. Путит голову. Будем бай наводил клинжа, отвечаю. Ну, давайте, блядь, чекайте. Прям гору целую. Быстрее хунту разъебать. Собаку с первого трая убили, уже победа. Угу. И сила сагла. Лапку. Давайте так и сделаю. Давайте отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, пул. Гоу. Гоу. Я маз дал, короче. Это гимн сдам на второй дыхание. Нет, на второй дыхание. Сейчас эти пойдут. Игры. Че за хуйня дамажит нас? Что это, блядь? Ебал, помню. Бублики вынесли. И с них готовьтесь выйти еще. Выходим с них, чтобы вас захилить, блядь. Мелизона, какой мудак с вас вот это оставил, блядь. Бичи, сука. С другой стороны босса бить. Съезжу, но на тебе бублик тебя не захилить. Захиль, захиль, захиль. Блять. Быстро. Положение, враг. После, после встанешь. Блять, еще бублик там нахуй. Зашли! Вышли! Захильтесь. Да это очко нахуй, калеки ебучие нахуй. Я ой, тебе резко. Я тебе уже давал БР нахуй. Вставай нахуй. Калекам ебучим. Гим сдал на ХП. Сколько там у него хп, нахуй, не вижу. Бублики, выйдите. 700 тысяч. А, нахуй, бабл, массакра, нахуй. Пиздец, давай, давай, давай. Нормально. Кринч. Подгон, нахуй, от меня, бля. Заебал. Ебал. Ману крутил. Кринч, нахуй. Блять, почему сил... Пиздец, отвечай, это полный пи... это полный такое? Пиздец. Удар тут... грома, нахуй. Я себе, блин. Просто два грудака танка. Я ебешь. Ну чё, морда? Билдак мужу, по-моему. Я же на банку выпил, нахуй. Что, вы будете пойти отдать, да? Тут не одевается, нахуй, этот шмон, сука, танков. Сука, нету, что ли? Господи, я за этими гурдаками хожу на варе уже 10 тысяч лет, а ведь на плесте пошел, сразу падают. А что за дичь? Да, в натуре бывает такое. Такая жизнь. Да, я думаю, что вы вдвоем захилите или нахуй надо? А, это... Да захилим вдвоем. Там диспелить надо. Я. Ну хоть дринку надо было. Пофигу. Да я приспелил, нормально. Давайте просто все сбоку просто встанем, сбоку с одного там. Мне в кого холидринг потанчить, или ты по диспелиши потанчишь? Или мне потанчить, а ты ретрики по диспелиши? В любом случае тебе надо диспелить. Ну кто больше даст там нахуй? Да мне похуй вообще. Ну да. Танкуй тогда, я все успекнусь. Смотрите, надеюсь захилите. Да. По кругу или
стенкам будете разносить. Нет, давай это к стенкам. К стенкам. Как обычно, к стенкам. Я же видел 5% крита нахуй, да? Тем же дает, да? Давайте. Так, 3, 2, 1, пуляй. На, на. Там постарайтесь это, знаете, как сделать две метки, чтобы в одну сбежалось одновременно. Попробуйте так сделать. Отвернулись. Готовились. Я поговорю там, наверное. Домаш. Упали он тут, и ладно. Видишь, этот киллбот все показывает, да? Хоть и не настраивал. Отвернулись. Ебать, сколько можно. Ну все, вы не домашите, ребят. Нидер КД, блядь, перед пулом себя знал. Смотри, там по мане осторожно. Отвернулись? А, нет, еще. Отвернулись, да. Ой, бля. Я рога, просто четвертая метка уже. Потом протянуть? Повернулись. Да, гимн. Что делать? Отвернулись. Отворачиваемся. Отворачиваемся. Хм. Они ТГ фармят. Пока все спят, нахуй, мы становимся сильнее, нахуй. Блять, мы заебываемся еще сильнее. Бичи не становятся сильнее, бичи становятся бичее. От этого их кожа становится более твердой, и поэтому все похуй. А сокрушаю еще сбежали все. Отлично. Нихуя себе, на ачивку. Все равно нахуй. Пошел один на скачерк. Кольчуга. Кому-то нужна. Один на скачерк. Че, как в ЗАЗ ходили? Че, кому паладинская лата нужна? Я пал, дыша поясник. Бля, пиздец нахуй. Эрдру взяли бы меня нахуй. Бесло. Латы нужны кому?